Что-то сока холодного попил, кашлять стал. Ну, бережешь ты с ним. Ага. Кто бы говорил? А чё? Когда чё пил-то? Ну, не знаю. Чай не захотел, кофе не захотел. Налил сок. Пока вот у вас маны нету, озарение Вадикон сочный сейчас откадешится. Вот Хейки закинь по Эйкону. Керус закинь по сочному. И бежим. Рассиживаться Фил, некогда. На пол? Запы не отдал. Как не отдал? Я же сочному отдал. Какие запы? Нет запы. Да? Килай же выиграл. Килай, у тебя запы? У меня запах. А, мне тут что-то пишут, не отдал. Значит, не отдал. Косяк. Минус ГП. Не, просто на форуме. У нас на ком перекур будет? Все после кого? После 8 боссов. Народ, рейд всего до 8 идет 3 часа. Вы 3 часа потерпеть не можете, с учетом того, что мы и так полчаса потеряли? Не знаю, пока перекура нет. Был на ребуте перекур. Час назад, минут 15 курили. Хоть до профа давайте дойдем. Давайте. Вот так вы все на фул собираетесь? Да не, не на фул, на два босса. А кто спрашивает? Фоги. Кто-кто? Фоги. Фоги? Хози. А, Хози. Хози, да, Хози. А ты от нас вообще свалил. Блин, я же по причине ушел. Я понимаю. Я сейчас не серьезно. Смирись. А куда ты ушел? Tomorrow Sunday. Ты перешел в другую гильдию, да? Да. А что, у тебя один маг только перс или что? И я никто там... не споржил. Спасибо. На нет. У меня назад. Там... назад уйдите все. Собаку еще вторую не хватало. Вот здесь бьем. Шаман есть, но я его не качаю. Хуёво. Вот как скачаешь, сделаешь волонир на хила. Тогда пиши. Куда? Не знаю куда. В рейд? Куда? Я его тогда вторую дам. Хотя зачем ты ее дал? Это же собака не уешит. Проебал незыбку получается. Ой, да ладно, она откатит на вторую. Я сокрою, если что дать могу. Будем надеяться, за два истребления убьем. В смысле, в лоловский рейд? Какой рейд? Лоловский. Леха, у нас РТ, а ты поспамить сюда пошел, пришел. Кози, что ты хочешь? Да я не знаю, ты меня спросил насчет персонажа. А. Ну я тебя в Tomorrow Sunday видел. Я знаю. Я тоже знаю. Что ты знаешь, что я знаю. Я тоже знаю, что ты знаешь. Но не все. Так, первую незыбку дам я. Готовимся. Надежда на откате там нет. Дал незыбку, захиливаем. Вот видишь, минус 10 человек. Сразу вставайте, бегите, прям быстрее. Сочный, все бежим быстрее сюда. Хорошо Холипал выжил, частицы на себе в этот раз получше. Щиток постарайся на Холипала дать, ну или там на себя, не знаю. И это, на второе истребление Холипал готовься массакру. Ну понятно, нету, давай массакру. Из-за боя не можем переместиться. В смысле? Ну я не могу. Ну кто-то, кто-то может, кто-то нет. Ну кто смог, бегите. Кто нет, сейчас собака умрет и тогда побежите. Что там незыбка у тебя? 6 секунд. Ну да, откат уже. Ну, давай.
Но пока там челики добегают, кто-то быстро сбегайте налево, кто-то быстро сбегайте направо. Активируйте этих петухов. Вот и направо, ага. Так, а мы грипнем. И уешим всю эту парашу. Сейчас еще эти придут, то они исследователи. Это две пачки или одна? Две. Пошли налево с этим исследователем. Почему мы? Гриб идти там сюда. Бежим. Не спойлите сразу. Маги, присты, паладины. Ой, паладины, присты. Ешьте рыбу, кто падал. Быстрее добегайте сюда, что вы там стоите, имя, имен. Кила, где ты там, АФК? Подходите. Я бегу, бегу. Так, экон в звездочке, зубражин в кружочке. Три споры. Одна в звезду, одна в кружок, одна под босса. Готовимся. Хейки, рарник. Все готовы насчет этот пин. Притон, ты готов? Притон. Притон, чего тебе не хватает? Он плюс пишет. А, что-то не вижу. А. На счет три. Раз, два, три. А что, когда мы геру даем? На тухлом или на гнилом? На этом лучше дать. Давайте геру тогда. Она без КД. Я бы их унесу тогда. Ага. Поближе под босса спору поднеси, на ком там. Так, РДДшники, кружок, звезда, ага. Сейчас третий вдох босс сделает, по рейду на мага уже и так мало, сейчас вообще не будет. Хилим только воида, хилы все 5 хилов. Там ешка от спора одним бойным ростом захилится. Менять тебя или не надо? Нет, после едкой гнили, я скажу там. Не зыбку ты будешь давать или я? Да, я дам. Хорошенько хилы прям спамим за хил. Так, споры все словили, скоро едкая гниль, 12 секунд. Готовимся.
Хулипал, давай массакру. Забрал. Угу. Сейчас можете не сносить ничего, просто добивайте босс. Только три споры вместе не ставьте. Так, а можно как-то смотреть стрим? При этом находиться в этом канале или нет? Без понятия. Мест в канале не хватает. Подожди, а вы меня слышите сейчас? Да. А, ёпта. Глюк какой-то, сори. Сейчас по морданцу сильнее хилим. Востак уже на боссе. Смотрите, прям чтобы на фу ПП был. В рейду уже меньше урона идет. Так, далекая земля, рольте. Как и говорила Лорд, молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Пояс кольчужный на Энха. Сочный, у тебя Энха нету или как? Как сделать? Пельмешу же надо, да, Килая? Ну, а, тут пельмешаем, давай пельмешу тогда. Все, я сразу тогда пельмешу закину, вы там смотрите. Окей. Ну или Килая, давай тебе закину сначала. Или что, или ему закину. Да если он один Энх, то почему нет? Да, ему закину тогда. Хантов у нас нет. Я забыл что-то. Так, этот самый... Блять, морданец тебе надо? Подожди, Вроде бы у меня есть. А, у тебя есть? Банке лежит. Ну так, ну тогда сочному закину, там кому-то новый спек. Или рарник, или танку, ну кому-то смотрите латнику, чтобы закинуть. Если у морданца есть. Кровь, у кого квест есть прямо сейчас? Ну главное, чтобы квест был. Народ, если у кого-то есть квест, дайте. Хурюк, будешь ролить? У тебя есть кровь? Хурюк, он ролит. А ты квест взял? Я попробую отдать. Отдалось, все, вторую, значит, получишь. Побежали там. Надеюсь, шкаф уже стоит, и вы суппоните. Сочного кила и войда. Вы там запустите? Да, я запущу. Запустили же уже? Да, запустили и газ. Локи, это, когда три шмотки там с босса разраливаем, до следующего бежите, вперед наставьте шкаф, сразу суммоните три человека. Потому что мы бежим, сейчас теряем минуты. РТ и так по 3 часа. Ну ты сразу говори. Я тоже вещь забываю. Ну, на будущее. Ну, типа, если вам надо быстрее проходить рейд, то я, бывает, тоже забываю. Проверка, и будем пулять. Ну, я на боссе, как обычно, ты слизней поводишь. Хейки, халява. Хейки. Все готовы? На счет 3 запускаю. Раз, два, три. Пойдем, короче, после этого советы Вальку ебанем. Потом посмотрим по времени, что у нас будет. Может, шмот там с пару боссов разрулите. Потом на профа пойдем. Зачем вы диспелите сразу? Не диспелите, у кого-то ж тотем, наверное, очищение стоит. Энх, проверь тотемы. Тотем очищения не надо.
Крикер, ты проф оживодил? Ну, бывало. Ага. Только по-другому. Ну, понятно, это самое. Если что, поводишь в этот раз, сегодня дойдем. В кукле посижу. С куклой командовать попроще. А то когда босс не стоящий, так что-то говоришь, проебываешь ротацию. Ну да, у ДК сложная ротация, у Блада. Там 4 стака. Угу. У тебя не зыбка есть на стака, да? Этого не таунти. Давай я заберу. Короче, стакой. Нет. Стакой я дам первую. Сейчас захиливаем рейд, слизень будет под боссом. Перебегайте за спину. Будет ауешить немножко рейд. Как настакаешь, сразу давай. Все, моя кончилась. Дал. Все, за спину забегайте сейчас, еще проблюется разок. Вот забегайте и добивайте. Травма. Ух, ебать. Тела там надо кому-то? Ну, зубра, по-моему, есть. Короче, не надо никому. Ну, ты ролишь, нет? А, ну, вот. Иронии надо. Окей. Ну, смотрите, там тоже, чтоб оф, не оф, я не знаю. Ну, присту поменьше приоритетно. Короче, килограмм. Ну, зубра нет. Так, перчатки, хоста, РП, кожаная ловкость. Это, перед трэшем, как он называется, шкаф поставьте перед трэшем, к совету. А, у нас еще квест сдать. Да-да, тогда к квесту ставьте шкаф. Бегите квест сдавайте, ставьте там шкаф. Грудак на танка. Нити. По-моему, изломана такой брал. Все, там это, скорее всего, на оф, там кто шеймы делает, все, побежали. Сумоньте килла, я войду с сочного. Квест сдавать сейчас будем. Долго сумоните, ребята? У вас фреймов рейда нету, что ли? Очень шкаф долго. Только поставили. Понятно. Еще не все добежали. Если вам ДД на замену нужен, то я как бы в Дискорде, если что. Какой у тебя класс? Алкина, Рога. Алкина, Рога? А, помню. Угу. Ну, в принципе... Я пока квестики там делаю и так далее. Ага. Все, сдаем квест. Лутаем. Напомни мне после РП, пожалуйста. Лутаем багруху. Так, пошли через мост, ставлю на себя звездочку, сразу за мной пошли, и Вальку бьем. Поехали. Тебе чего тут? Пейс. Тут дешманский, блядь. Твоего друида.
ты хочешь, чтобы я купил? Все, пошли на кровь. Так. Женя, я всегда тебе все без... Это Рарник или Танку, кто-то спекнитесь. Только я надеюсь, это... И Танку тебе не надо портоваться. Короче, на трэш помочь, чтобы тут это попроще было. Там с массакру дать что-то. Короче, кто-то протопал какой-то, спекнитесь. Он на аукционе стоит, Женя, блядь, всего лишь там 7 косарей, блядь. С тебя 2. Пойдет? Давай. Ну, обмен кинь на тут, блядь. Да, после трэша. Рослого в первую очередь убиваем. Косты сбиваем вот этому гусю омраченному. Чтобы он не раскастовывался. Вот, цепи кинул на приста. Маз диспел дайте. Ой, да ты не проходил вот принцов, типа никто не юзает вот этот шарик. И потом сумонят лок, и он, короче, там за 100к выдает, блядь. Нет. Ставим шкаф. Не проходил, я вот вчера был. То есть никто не юзует этот шарик. И потом перед пулом сумоним лока. И давайте он лапку. Нам прилетает сюда, и он... Блядь, ты громкий пизда, нахуй. Надо тебя потише сделать. Лапку в кружок ебаните, сова какая-то, быстрее. Я ЛПшка в него спамить готовлюсь. Вадикон там, ага. Ебашим. Короче, принцы умерли, блядь, за вторую переходку и все. Блядь, тебе потише надо сделать, это пиздец. Ну-ка скажи еще что-то. Халява, Дима, да? Скажите. 70 градусов. О. Так, гильдейские, краем глаза Геча отчекайте, пожалуйста. Ты, ромбик. Этот словишь, варданец. Ну, это тыкните лапку в него. О. Ага. Значит, по лейтенантам квадрат. И ВБ будешь давать, когда второго, как кружок добьем еще одного тактика. По квадрату дашь и будем правую сторону бить. Давайте совы в кружок лапку, если получится. Если не получится, ИВБ сразу оковы в треугольник готовь. Сейчас, когда этого моба добьем, и ВБ уже давай по квадрату эти самые оковы. И что пойдет, бьем. Блять, а почему эта сторона? Ну ебать, урод, что вы делаете? Бегите вниз. Сначала мага будете бить. Сейчас поставлю метки. Все через кружок играют. Потом второго мага, он без метки. Тоже войско дам. Давай, не зыбку свою. У тебя войско побежало на квадрат. После этого кружка еще там один маг есть. Так, дал не зыбку.
А уешим эту хуйню быстрее. Танку давай 50 на 50 отдавай. Массейв можешь дать. Блять, я думал, тут Макс агрился второй. Сейчас, когда даже мобы умрут, по танкам будет дамаг идти, так что хилы хильте. Можете и нора там закинуть, он хапала можно кинуть. Хейки, Вадикон. По хилам покидайте. По экону, по холипалу. Идем дальше. Блять, я лут забываю постоянно. По тактику эту самую. По лейтенанту можешь корни кинуть. Не корни, а эти. Оковы, короче. А, они стоят, пускай, короче, стоят. Ты на килисете, я на двоих. Две роги на пули выйти на Войда, Волонара стал драмом. Максимальный на пул. А вы все молчите или еще не могу понять? Да. А то я, блядь, боюсь нахуй, что у меня дискорд сломался, блядь. Да не, нормально. Вы когда вас в следующий раз так спросят, молчите. Ебать. А ты говори что-нибудь про Рок, тебе сразу ответят. Про Рок? Фильм такой был, я смотрел, с Николасом Кейджем. Притон, ты тут? Блядь. Так, он писал, что отбежал пока, чистили трэш. На 2 минуты все уже здесь. Ага. Так, хилы отпились, надеюсь, уже за эти 10 секунд. Ну, если меня слышно, у меня сервер. Да. У кого? Это халява. Тебе надо что-то с босса? Ну, вообще нет. На проходку у тебя убитый же? Да, он убитый. Ну, короче, нет. Ну, зайдешь, скажешь, как зайдешь, мы начнем бить. Это Топа, ты один на пульщик, остальные, короче, ДПСеры, совы, там звездопад не включайте вообще с пула. Включите уже там. Смотрите, не сорвите, короче, две цели. Все, пошли. Ты на килисете, я на двоих. Топа, на звездочку двоих напулишь. Не бейте вообще с пула, лучше миники, а то сдохните. Не успею стаунтить. На кинетиках РДД все. Все РДД, падающие желтые хуйни, подбиваем. Катушка упадет, распылю. Если упадет кинетика. Сейчас вихрь. А, маленький. Давайте Геру. По Талдораму играем.
все, килесит, это... Кто без АОЕ, только бейте аккуратно. Билики, только аккуратно сферы на себя не заберите. Если что, там палец на незыбке держи, если вдруг сферы все заберут с тебя. Хилы тоже смотрите, если вдруг заберут сферы с него, то зубы, чтобы не сдохнул сразу. Вы еще не начали, я могу зайти тут буквально 30 секунд осталось. Ну, тебя выкинуло, тут бой идет с этими спринцами. Ну там по стриму глянь, бой закончится, зайдешь. Чтобы не вылетать в начало инста. Все, Валанара бьем. Могущественный выхарь дал мне зыбку. Еще вихрь разбегать, сейчас ни зыбки нет. Свою дам. Ага. Это Элдорам. Сферы две, три бейте, вон они, желтые. Вот в ихнем районе, вот бочком, вот где сова стоит, там, можете звездопады давать, чтобы сферы подлетали быстрее. Ну и там сейчас скелесит включится, будете его добивать, там два ляма у босса. Лям, может добьете. Вон, у скелесица 500 тысяч черепов бейте. Все добивайте прям. Все, халява, заходи. Так, воятель гробниц, фурик, декатанк. О, этому надо, как он называется? Там осколок упал. Осколок, хорошо. Этот, как он называется? Морданец. У тебя такой нету пухи? Вот эту пуху? Нету. Пуха охуенная. Ну если ДДшкам надо, то пусть они забирают. Ну смотри там, какие ДДшки, если надо прям. Ну танк как хорошо. Кистевое вообще носит. Кистевое? Ну эти. Перемешань. Я что, отдаю. Левая пуха как можешь раз. Сразу. Я просто не знаю, кто их вообще носит. Ну это энхи или роги. Перчи. Для уешки. Ну а перчи вот чисто да, вот эта шмотка, это квест какой-то на ШМ делать, если прям шмота танковского сета нету. Точному закину, там смотрите, кому более нужно. Топовый шмот. А осколок дать мы это что и зачем? Так, рарник. Рарник, у тебя это, даю тебе ответственно, лутай осколок. А я не знал, что у него есть квест. У тебя что, и ПГП лутмастер? Ну на себя тыкает. У нас обоих он стоит. Знаешь же, как раздавать? Забираем. Да вырубите в этот. Лотмастер, он же только мешает. Он топовый. Мне да нравится. Дайте сетас, пожалуйста. Чё ты, рарник, себе отдать это? Отдал себе осколок? Нет, а как теперь вырубить это? Ой, блядь, смотри, короче. Смотри, я тебе сейчас даю ответственную за добычу. И ты нажимаешь «нет» в рамочке. Появилась рамочка? Да-да. Нажимаешь «нет» и лутаешь. А лутать, если что, там тыкаешь на шмотку, и там появляется список людей в рейде. Тыкаешь на себя правой кнопкой мыши и отдаешь. Это знаю, я знаю. Лутанул осколок? Да. Все, все. Все, я групповой поставлю. А что этих мобов никто не падает? Да и похуй.
Ты меня так хуярит, блядь. А это у нас такого. Сейчас там баба будет, которая уешит. Если что, милики, выйдите. Может ее отвезти? Да, отведи, надо. Отведи, давай. Там воительница вреди идет, в жабе сидит. У кого там телевизор ебашит, алло? Не надо. Вот стоило мне свернуться, сразу тихо. А я не сворачиваюсь, я в оконном режиме играю. РДД, вон эту магичку бейте. Милики и воительницу. Еще одна ледяная, милики бьем, пока лужи нету на ней. РДД подключаемся. О, сбил. Или ты сбил? О, дедкаст я сбил. О, а это кто-то стан успел, да? А уешьте эту парашу. Изобку дал. Встанем, притяжки даем в каст вихря, чтобы меньше вихрей было от этих мобов. Заходим сюда. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Сирии. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Что там накинет эту парашу? Берите копье, кидайте. Я не могу.
Угу. Добивайте. Танку спекнешься в хпала. Полетаете вместе с Вероникой. На вас две меточки дам. Там по очереди поменяйте это мастера на коня. На первую, на вторую полетку, и там и на пятую, и на шестую, наверное, откатится. Примерно так. Подходите сюда. У тебя шмот с собой? Тунку. А вот я вижу. Ебаните все инера по кружку. По хулипалу. Я слева, ты справа. Танчу. Притон. Где ты? Изборд джин. Изборд подбегает. Притона не вижу. У меня инфы нет. Притон, ты где? Я тут. Афкашить трэш это плохо. Тебя сумануть или ты бежишь? Ты где? Я не вижу. Бежит рядом тут. Че там вон карту вижу. Че там, краб или что? Или через лока? Как? А, нету краба. Через лока, да? Вон этот. Имя имен шаришь или притон доспех демона поменять? Mm-hmm. Ну вот поменяйте. Mm-hmm. Кто из вас будет? Ну давай я. Имя. Имя. На имя ставлю квадратик. Он с доспехом. Там хулипала через него хильте. А сильный хил здесь оставайтесь. Проверка. Усиление магии еще можно по мне, наверное. Да, магии ебанете по квадратику усиления магии. Все, пошли. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся кости и прах. Чую, опять у тебя сегодня, блять, этот морданец будет. Весь трэш у тебя. Ты же сказал, я слева. Я слева, ты справа. Ну, как смотреть на Вальку, или как, или что? Не, ну, мне показалось то, что ты сказал, то, что я слева стою. А, не, я сказал, я слева. Ну, то есть я слева, ты справа. Ну, как в тот раз. Чё, маги, киньте баф, усиление магии. Маги, усиление магии. Три мага, блядь. На панели нету, что ли, или чё? Во время боя книга не работает нормально. Да канаху у тебя на панели нету, ну, пиздец. На панель вытаскивай. Ну, понятно, блядь. Все ГП ебанил. Он на Вальку кто-то же кинул усиление. У нас нету ГП, так что. Усиление магии кинул кто-то на Вальку. Значит, хуесосить будем. Кто кинул усиление магии, пожалуйста, на Вальку, тихо. Этот. Кто кинул усиление магии на Вальку, на квадрат киньте. На лока. Толстого не бьете вы. Бейте других мобов. Сейчас вон подавление вышло. Стоит пачки подавления. Стой, с той стороны. Старайтесь вот этот мелкий трэш как можно быстрее залить, потому что он сразу на хапалов идет. Приморозите его, три мага тоже. Примораживайте. Хорошая помощь. И конус холода давайте, чтобы замедлялись. Да ебаный, ну что ты там делаешь, топа, блять? Здесь стой, вот здесь стой, где черви вот эти сдохшие лежат, три червя. Здесь стой, жди. Трэш сам придет. Трэш сам придет, не бегайте туда. Вот только за подавлением бегайте ближе к Вальке. Вот скелет слева, быстренько его бурстуем. Два мага, зауешьте быстрее. Угу. Так, Килая, как сделаем? Разролим, перекурим или перекурим, разролим и потом на профа пойдем? Какая последовательность? Разролим, потом перекурим. Ага, хорошо.
Сейчас после, как босса захилим, разролим там. Все не знаю там. Ну, потом перекурим, потом на профа. Перекур минут 5 будет. Подавление слева. Пачки большие, прямо уешьте. Как подавление зальете, РДДшники вон слева по скелету сыграйте. Исторгающий вышел. И потом фулла УЕ под толстого, вон там черви сейчас выйдут. Че, не как Геру? Ну смотрите, когда надо будет. Да, хапалы скажут, когда их давать Геру. Это сейчас и есть хапалы. А ну как вы вылетите из портала? Вот, давайте Геру. Это и есть хапалы. Нет, не просят, просто. Ба, хилка пошла. Слышка, если это хилю. Так, чё у вас там? Мне показывать, как будто не хилит. Мы успеем? Успеете, да? Она частицу не повесила. У меня перенаправляется хил на нее. А мне показывают, что твоей частицы нету, прикинь. На вальке. Ну да. Ну, у нее меньше что-то от хила в этот раз. У танку 175. Потому что не было частицы. Все, сейчас. Была. Сейчас... перевешивала несколько раз. Сейчас я лут... вот сейчас смотрел, не. Все, тихо. Давайте с лутом разбираемся. Три шмотки этих ролим. И потом это самое. Между собой раскидаетесь. На распыл возьму. Какой-то шлем, но ни о чем не совсем. Да, параша с критом. Вот это параша надо кому-то на трансмут. Это что, рогом же? Да, рогом. Надо вам, нет? Заберешь халяву? Надо кому? Вы это инфу давайте в рейд. Его зломан. А, ну зломан-то посильнее будет. Короче. Это левую руку же. Короче, я не шарю. Халяви закинул, там сами распределите. Это миликовский пояс топовый, на фуриков, там, БДК, хуй знает. О, Харюк, тебе везет, что-то. Дай мне. Так, ну все, это самое. Разраливайте. В принципе, я не знаю, сколько вы будете разрать. Давай. 2 минуты разролите, да? Ничего, я просто думаю, сейчас перекур дать. На 7 минут сразу. Короче, разраливайте, тогда уж как разролите, скажете. 5 минут перекурим. К профу, кстати, можем бежать, пока это все разраливается, чтобы не стояло все на месте. Панда, мне рейдовый чат нужен для разролов, но у меня иначе от того не работает. Я тебе не помешаю? Нет, нет. Да, рольте, рольте. Все, окей. Эта штука нужна кому? Да, мейнспект. Ну, хотя я скорее это чисто по ролу. Да, это по рашу. По-моему, никому не нужно. Угу. Надо кому? Может, на трансмок хоть. Красивая штука на трансмок, кстати. Я слышал то, что на ШПшку она суперски заходит. Да она без статов, чем она зайдет? Она никому не заходит. Вальки нормально лупят, говорят. Она выглядит красиво. Или кто-то ее носить собирается при том уроне. Если надо, я отдам. Топ тебе даггер нужен? Нет. Нет, не нужен, у меня такой есть. Колечко. Закинь на мою руку. Мейнспек пол ГП, надо кому? Ну как я тебя закину, Жень? Оп, спеке половина. Руки, блядь. Ты не понимаешь. По ролу. Да ладно, я просто уставший с водера приехавший. Все, это, ребята, не флудите там, не мешайте, пускай разраливают. Да, нормально, меня все слышат. Так а зачем тебе твоему Робби с РПБ? На похуй. Ладно, пойду, пойду перекурим. Локи, поставьте портал, активируйте этих жуков, чтобы их не было уже, чтобы открылся дверь, открылась. И сюда телепортируйтесь. Поднимитесь наверх и телепортируйтесь, знаете, да? Так, перчи, мейн спек пол ГП надо кому? А, у нас на мейн некому. О, в спеке. Радник.